В юных лицах пришедших сюда мальчиков и девочек надежда. Каждый, кого мы видим здесь, желает стать студентом одного из лучших вузов города. Пока они школьники, но уже через несколько месяцев будет решаться их судьба. Сам когда-то учился здесь, вот, я считаю, что это для настоящих мужчин такие знания получить, умения, навыки. Я как бы в Рязани родился, и этот университет, он здесь, он ближе. Ну, он один из самых лучших, как я считаю. Тут очень много специальностей. Одна вот биоинженерия, биометрия, мне очень подходит. В этом вузе готовят специалистов по направлениям, без которых в современном мире не обойтись. Представить себе жизнь без мобильного телефона, интернета и телевидения вряд ли возможно. И таких специальностей в вузе много. Все они востребованы. Из года в год количество желающих найти себя в стремительно развивающемся мире современных технологий все больше. Все, наверное, слышали про программу «Цифровая экономика». Вот в связи с этой программой буквально курс в том году бешено возрос на направления, которые касаются IT-специальностей. Поступление в радиотехнический университет почти всегда гарантия будущего трудоустройства. Работодатели приходят в вуз на поиски кадров еще на этапе обучения. Это касается и инженерно-экономического факультета. Мы стремимся удовлетворить все потребности промышленности и органов власти для в плане хороших экономистов. То есть мы ориентируемся на аналитический блок. У нас есть возможность привлекать и давать студентам какие-то информационные технологии, благо здесь технических кафедр и информационных тоже очень много. РГРТУ – единственный гражданский вуз города, в котором существует военно-учебный центр и военно-учебная кафедра. Выпускники военно-учебного центра – это кадровые офицеры. В обязательном порядке трудоустроиться, то есть пользуются всеми теми же льготами, как и выпускники обычных военно-учебных заведений вузов. Постоянное развитие – отличающая черта вуза. С нового учебного года вуз будет реализовывать программу совместно с МИФИ, главным техническим учебным заведением страны. В рамках направления подготовки радиотехника мы будем набирать дополнительно еще одну группу по образовательной программе радиофотоника. Эта образовательная программа была разработана МИФИ, Московским инженерно-физическим институтом, и внедряется в радиотехническом университете. Программа инновационная, программа очень интересная. В завершении дня открытых дверей состоялись факультетские собрания, где выступили деканы, а заведующие кафедрами предоставили участникам мероприятия подробную информацию о каждой специальности. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».